І на продовження теми будемо говорити з гостем студії. Політичний оглядач Юрій Райхель у нас у студії сьогодні. Поговоримо про те, як вибори в Україні відгукуються у світі. І я нагадаю глядачам, ми працюємо у прямому ефірі, тож якщо маєте питання до нашого гостя, телефонуйте 370-31-01. І ще раз нагадаю, що у нас працює інтерактивне опитування. І питання дуже просте. Чи задоволені ви попередніми результатами першого туру виборів президента? Також чекаємо на ваші дзвінки до кінця випуску. Добрий вечір нашому гостю. Добрий вечір. Итак, слышали немножечко, да, вот какие комментарии наших экспертов, они достаточно разные. Но давайте поговорим не о феномене, который вот мы увидели в первом туре, а все-таки как реагируют зарубежные СМИ, зарубежные политики, зарубежные лидеры на вот такой, пока еще такой выбор не окончательный нашего народа. Ну, больше всех и наиболее внимательно за нашей избирательной кампанией следили в соседней стране, по России. России, по понятным причинам. Для России главным кандидатом на президентских выборах является кандидат хаос. Угу. Цель России – посеять хаос в Украине любой ценой, любым способом. И с этой точки зрения они считают, что Зеленский, как несистемный кандидат, это такой российский термин, он именно и привнесет этот хаос. Они действуют по принципу Дональда Трампа. Они точно так же считали, что Трамп предпочтительный для России, потому что он внесет хаос, ну, в структуру власти в Соединенных Штатах. Потом им оказалось, что это совсем не так, и наш Трамп оказался совсем не наш Трамп, но это их ничему не научило, и они считали, что это была их первая позиция. Вторая позиция заключалась в том, что неважно кто угодно, только не Порошенко. И им бы предпочтительнее было бы, чтобы во второй тур вышел Юрий Бойко. Юрий Бойко в Москве считается пророссийским политиком. Он ездил накануне голосования в Москву, там добивался каких-то скидок вместе с Медведчуком на газ. И вот в Москве считают, что вот если бы кандидаты Юго-Востока, к которым они относят Вилкула, Бойко, ну и других, примкнувших к ним, вот если бы они шли не в разнобой, а одной колонной, то была бы у них вероятность выйти во второй тур. Вместо Порошенко. Вместо Порошенко. Но уже полученные арифметические результаты показывают то, что эти надежды были призрачны. Но, тем не менее, в Москве так считали, они так делали. И третий фактор из украинских выборов. Можно, конечно, удивляться, но Москва была завешена агитацией в пользу Зеленского. И это вопрос не к Украине, потому что в России украинцы не голосовали, потому что там не было избирательных участков. Это вопрос внутренней российской политики. Вот, если не Путин, то тогда у вас будет так, как в Украине. Вот тогда у вас будет хаос, тогда у вас будет непонятно кто, комик, и вот тогда вся стабильность, путинская стабильность, она пойдет на смарку. Там уже последние социологические опросы показывают, что население уж не так уж и сомневается, что в Украине там хаос, все уже знают, как на самом деле. Ну, не все, может быть, но большинство знаете, уже знают. В крупных городах, может быть, в Москве, Петербурге, там, в Новосибирске и знают. А российская провинция, она очень глухая. Причем она настолько глухая, что достаточно отъехать из Москвы в Ногинске на 60 километров электросталь, и ситуация будет прямо противоположная тому, тем настроениям, которые находятся в столице. И для российской власти украинские выборы являются очень важными не только с точки зрения там, отношений с Западом, отношений с Украиной, это первоочередное.
мы недооцениваем значение, которое в Москве придают нашей стране. Ну, конечно, наверное. Но вот большинство западных СМИ, я читала, сошлись на том, что все-таки российский сценарий поломан, и там пророссийские кандидаты, там даже те, о которых вы говорили, они не прошли. Большинство, в общем-то, населения высказались за проевропейский курс. Что, собственно, обещали те кандидаты, которые вышли в тройку? Да, но в Москве считают, что методом подкупа, откровенного подкупа, вот эти газовые переговоры, это пример откровенного подкупа, они могут повернуть политический вектор, курс Украины с запада на восток или на север, кому как угодно. Поэтому перед вторым туром у наших соседей будут приложены максимальные усилия к тому, чтобы не допустить победы действующего президента. И при том, что они, в общем-то, отдают себе отчет в том, что повернуть политический вектор Украины достаточно сложно. Тем не менее, как говорится, надежда умирает последней, конечно, а в московских коридорах власти она вообще не умирает. Она не умирает, и в отношении Украины они живут в совершенно придуманном им мире легенд, которые они придумали и в них же верят. Да. Что у нас с западными СМИ? Это немаловажно, я даже не знаю, что важнее, собственно говоря, сегодня для Украины. Для западные СМИ, у Запада нет такого кандидата, вот типа как московский. Им вот Москва явно ставит на конкретных кандидатов. На Западе такого нет. Они, для них гораздо важнее два обстоятельства. Первое, и оно уже выполнено, что выборы прошли спокойно, демократично и прозрачно. При тех или иных нарушениях они достаточно являются прозрачно незначительными. Да. Надо отметить, что и на Западе выборы тоже проходят с определенными нарушениями. Мы не должны идеализировать западную избирательную систему. И в Соединенных Штатах дважды были штаты, где пересчитывали голоса и так далее. Поэтому с этой точки зрения они отмечают, что выборы 2019 года прошли лучше, чем выборы 2014 года. Речь идет о президентских выборах. Это не только явка, сам ход голосования, организация хода голосования. Допуск кандидатов. Они отмечают, что они с сожалением отмечают, что не было дебатов телевизионных. Возможно, будут еще. Это уже стандарт западной избирательной системы. Вполне возможно, что перед вторым туром эти дебаты будут. Там есть определенные замечания. Вот сегодня уже представители ОБСЕ об этом говорили. Отчет будет в ближайшие дни. Мы его более подробно тогда прочитаем, но они уже отметили определенные положительные тенденции в системе, избирательной системе Украины. И это очень важно, в том числе и для наших соседей, в частности для Молдовы. Поэтому им важно это первое. Второе, как мы уже говорили, чтобы остался неизменным курс евроатлантический и европейский курс Украины. И самое главное, чтобы реформы в Украине продолжались, чтобы этот процесс, который с их точки зрения идет, ну, мягко говоря, вяло. Ну, это одна из причин, почему проиграл Порошенко, вот называют немецкие журналисты в основном, что это вот коррупция. Да, и не только немецкие реформ. Журналисты, вот и английские газеты сегодня вышли, именно об этом пишут. Так даже вот можно это прочитать на сайте BBC, причем, что интересно, это относительно редкое явление. Русская редакция BBC и украинская редакция BBC дали примерно одинаковый материал по поводу избирательной кампании в Украине. Поэтому это же отмечает и немецкая пресса. Французская пресса, она несколько больше занята внутренними делами. Для нее и Франция вообще более склонна к такая пророссийская страна. Ну, а большое удовлетворение нашими выборами, процессом, я имею в виду не результатом, а процессом, это наши западные ближайшие соседи. Польша,
В Словакии, кстати говоря, 30 марта тоже были выборы президента. Там женщина. Да, женщина. И самое главное, что в очередной раз победила сторонница прозападного курса. Для нас это очень важно. Да, да. Потому что Словакия парламентская республика, и президент там только занимается внешней политикой. Но для нас очень важна позиция Словакии относительно Украины, даже по такому относительно частному вопросу, как будущее нашей газотранспортной системы. Потому что она же ведь в конце концов уходит в Словакию в основном. Да, да. Поэтому в целом на Западе, у наших западных соседей, ближних и более дальних, положительное мнение о избирательном процессе. А что покажет избирательный процесс во втором туре, но они будут за этим очень внимательно следить. То же самое относится и к Соединенным Штатам, которые достаточно внимательно следили за нашей избирательной кампанией и, в принципе, считают, что она прошла достаточно демократично. Угу. Ну, изменилась риторика. Вот сегодня буквально я смотрела несколько изданий. Меня там Зеленского уже называют не комиком, а уже называют его, как же его называют? В общем, изменилась риторика юмористом или артистом. Артист, да? Артистом, артист, да, уже его зовут. Шоуменом некоторые называют. То есть такая вот... Берлин заявил откровенно, что будем сотрудничать с любым кандидатом, который победит во втором туре. Ну, в общем-то, такое осторожно. Все ждут окончательных результатов. Как вы считаете, какой кампания будет до второго тура? Здесь очень большое значение будет иметь внешний фактор. Потому что... Внешний фактор, вы имеете в виду влияние? Влияние. Он в первую очередь со стороны России. Мы должны считаться с тем, что при, как они будут считать, неудачном ходе, возможны провокации, диверсии. И тот факт, что этого не произошло перед первым туром, в значительной мере связан с тем, что они очень выжидали, что действующий президент во второй тур не пройдет. Угу. И тогда, как говорится, не нужно ничего делать. К их большому разочарованию. У них какая-то смешанная реакция. С одной стороны, они удовлетворены тем, что прошел Зеленский, а с другой стороны, они очень разочарованы, что прошел Порошенко. Они явно ставили на то, что во втором туре будет Зеленский, Тимошенко. Поэтому мы должны считаться с тем, что Россия не останется равнодушной, к сожалению, к нашей избирательной кампании. Угу. И это задача всех органов власти, в первую очередь украинских спецслужб, обеспечить спокойствие на всей территории страны и спокойный ход избирательной кампании перед вторым туром. Экономическая ситуация существенно может измениться? Там доллар по 50 или что-то нет, подобное, скорее, что сейчас уже вот появляется? Нет, такое. Скорее всего, ну вот сегодня же гривна даже укрепилась. Скорее всего, тот факт, что вот у нас такая пара вышла во второй тур, как раз будет способствовать тому, что не будет серьезных колебаний национальной валюты по внутренним причинам. Но мы должны понимать, что мы живем в мире, где достаточно серьезная ситуация, в частности, на рынке нефти, где большие проблемы, связанные с Венесуэлой, и колебания доллар, стоимость барреля, может оказать существенное влияние на валютную ситуацию в мире, и, конечно, Украина в этом смысле не останется в стороне. В принципе, если не будет существенных колебаний стоимости нефти, а соответственно и стоимости газа, то, скорее всего... У нас таких предпосылок нет. Да, да, таких предпосылок нет. И национальная валюта вот будет в пределах незначительных колебаний, что является естественным для любой нормальной валюты. Ну и в завершении, немножечко времени остается, вот вы считаете феноменом те результаты, которые сложились на сейчас? Ну, они уже, наверное, такие останутся. Нет, скорее всего, этот вариант был весьма прогнозируемый.
уже начиная с начала февраля, когда рейтинг президента начал стремительно повышаться, было достаточно много указаний на то, что он выйдет на второе место. Конечно, догнать Зеленского за такой короткий промежуток времени было невозможно, но можно было предполагать, что именно вот эта двойка, мне доводилось об этом говорить, что это именно эта двойка выйдет во второй тур. Большому разочарованию Юлии Тимошенко, но здесь с ней, на мой взгляд, злую шутку сыграла ее вечная болезнь, ее региональные структуры всегда не дорабатывают. И этот раз не стал исключением. Ну, видите, получается, что не дорабатывать, вот говорил эксперт в предыдущем комментарии, что не дорабатывать, возможно, не слишком часто утомлять людей своим лицом и своими программами, вот сыграло плюс одному из кандидатов. Нет, скорее всего, это общемировой тренд, потому что такой же шоумен победил в Соединенных Штатах. Ну, не такой. Ну, не такой. Но он достаточно долгое время не занимался бизнесом, а выступал на телевидении именно в юмористических программах. И он был считался большим шутником в Соединенных Штатах, что, собственно, происходит уже и сейчас. Но это в Италии, это в Австрии, Брексит в Великобритании показывает, что появление несистемных кандидатов является общим мировым трендом. Мы в тренде, в общем. Да. Ну что, следим за ситуацией до второго тура. Я думаю, что еще увидимся в этой студии. Спасибо вам за визит сегодня. А я ще раз подякую нашему гостю. У студії був у нас політичний оглядач Юрій Райхель. Говорили про головну політичну подію в Україні – вибори президента.